А по мне, что могу сказать, сегодня я увидел сердце команды, и которое, оно всегда билось в этой команде. И сегодня ребята доказали, что прежде чем что-то получить, взамен нужно сперва отдать. Сегодня ребята, каждый, кто играл с первых минут, кто вышел на замену, и кто даже находился на скамейке запасных, они отдали всех самих себя, и поэтому сегодняшний результат, я думаю, мы должны держать очень крепко и уже от этой игры отталкиваться, чтобы вот такой командный дух был. И я думаю, что мы выйдем из этой ситуации, в которой мы находимся, если мы будем такой командой. Савалабо, мархабат. Мархабат. Ойиндан кейин, хакам томонидан неме жазаланды, сарқарчы көрдүңүз? Кайсы айткен жаңылыш үчүн? Я думаю, что сейчас неправильно говорить о судьях, потому что я хочу говорить о своих игроках, которые отыграли игру, несмотря на трудности. О судьях пускай занимаются и думают органы, которые этим занимаются. У каждого человека есть совесть, и человек знает, когда он делает хорошую свою работу, правильно, честно, потому что Бог нам дал совесть, поэтому каждый будет потом отвечать перед Богом. Birinchi taymda faol qatnashdi. Jamoangiz birinchi taymda hujumkor o'yin namoyish etdi. Ikkinchi taymda kelib, ikkinchi raqam ostida harakat qildi. Bu reja asosida bo'ldimi yoki qizil kartochka ta'siridami? Можно повторить. Я понял на 70%. Birinchi taymda jamoangiz hujumkor o'yin namoyish etdi. Хорошо играл. Нападение команды первый тайм говорит. Ikkinchi taymga kelib, ikkinchi raqamni jamoaga aytdi. Bu reja asosida bo'ldimi yoki qizil kartochka ta'siridami? Что из-за красной карточки повлияло? Да. Ну, конечно же, повлияло. Потому что мы в первом тайме играли, не нужно быть каким-то великим тренером, чтобы понять, что у нас очень сильная команда. Но мы в первом тайме показали очень хороший футбол, поэтому я еще раз хочу поздравить ребят с самоотдачей и со смелостью, с которой они играют с Насафом. Но после красной карточки нашего защитника, конечно, мы немножко отпустились и просто проявили свои бойцовские качества, поэтому это сказалось. Но, несмотря на это, мы даже вдесятером могли выиграть эту игру, поэтому могли бы где-то на контратаках и не сыграть лучше, но я как тренер это очко держу очень-очень крепко. Как вы думаете, сегодня Насаф что не хватило? В футболе так бывает, когда ты атакуешь, и команда, встречаешь команду, которая перепрыгивает через свое сердце, дает все, что у них есть. Насаф очень солидная команда, очень сильная команда, очень хорошо натренированная, с очень хорошим тренером, очень хорошо физически подготовлена, поэтому просто не хватило, может быть, забить гол, но сегодня нам было тяжело забить, даже если бы мы добавили не 10 минут, а еще 45 минут, еще бы добавили, мы бы сегодня не пропустили. Bitta g'alaba jamoadagi ko'p narsani o'zgartirish haqida umumiy gapirib ketgansiz. Aynan buni yuqorida bitta g'alaba nimani jamoada nimalarni o'zgartirib beradi? Что даст победа? Да, победа. Я буду. Что да. Но сегодня для нас вот эта ничья, она как победа. Конечно, мы сейчас будем играть дома, и поэтому будем останавливаться. Мы выходим на поле, чтобы играть только на победу. И даже сегодня мы выходили на поле Насафа, чтобы победить. Но не всегда это получается. И поэтому сейчас просто ребята хорошо тренируются. Во время недели они очень-очень профессионально относятся к тренировкам. Поэтому нужно просто немножко терпения, и мы соберем свои плоды, дай Бог, на своей работе. Поэтому, когда мы выиграем, но опять же, аплодисменты каршинских болельщиков после игры нашей команде, моим игрокам, это для нас как победа. Марабат. Буни откорге, Италия футболда и кайсы жихатну обкрышу мақсат бейдес? Буни откорге, какой уровень вы, как, если сравнить с Италией? Жихат, ну, тактика, не мали, попро, хуй мали, попросы. Итальянские тактики, как вы не играете команды? Ну, смотрите, вообще, когда мы общаемся с ребятами, футбол, он и в Италии, и в Узбекистане, можно сказать, похож. Просто
ясно, наблюдая за нашими футболистами, я могу говорить про наших. Они очень сильные футболисты, очень хорошие, есть талантливые молодые ребята. Где-то мы просто должны немножко подкорректировать какие-то тактические действия, немножко в обороне, потому что итальянский футбол знаменит именно в обороне, но современный футбол показывает, что нельзя только обороняться, потому что если хочешь выигрывать, то нужно уметь атаковать, потому что, например, у меня был такой тренер Гасперини, который сейчас тренирует Аталанту, он нам всегда говорил, чтобы не проигрывать игры, нужно иметь железную защиту. А чтобы уметь выигрывать, нужно уметь атаковать. Поэтому, когда мы вот это найдем равновесие, то я думаю, что мы еще свое слово скажем. Кто заслужил сегодня, вратарь или защитник? Все заслужили. Когда команда выигрывает, когда проигрывает, нельзя отмечать кого-то одного, потому что сегодня команда была просто как одно целое. В этой команде билось одно сердце, поэтому кого-то отмечать это неправильно. Когда команда проигрывает, все выигрывают и проигрывают. И сегодня я бы сказал, что начиная от первого игрока и заканчивая массажистом, который приехал сюда в Карши, и я еще туда прибавлю наших болельщиков, которые приехали издалека и поддержали нас, мы вместе с ним. С ними добились этой ночи. Сабанова, большое спасибо, желаем успеха. Спасибо вам, Владимир.